Право ношения памятной медали юбилей всенародного подвига предоставляется Расселу Мартину. Это наш друг из Соединенных Штатов Америки, имеющий русские корни, прекрасно знающий русский язык и оказывающий большую помощь Российскому императорскому дому в переводе тех важных для нас текстов, исторических и актуальных на английском языке, чтобы во всем мире могли прочитать мнение государыни, знать о нашей истории и привыкать к мысли, что Россия и династия Романовых любят ее или не любят, могут существовать, будут торжествовать. И несколько слов о следующей части. Здесь присутствуют наши друзья, наши коллеги.